Все в жизни происходит закономерно. Любой ваш выбор может многое рассказать о вашем характере. Например, вы когда-нибудь задумывались над тем, как вы нарезаете и едите продукты? Оказывается, даже это определенным образом вас описывает. Сегодня мы предлагаем вам пройти интересный тест. Вам нужно выбрать изображение, которое соответствует тому, как вы нарезаете хлеб. А мы расскажем, что это значит. Поехали! Если вы нарезаете хлеб на два треугольника, вы мечтатель и фантазер. К любому делу вы подходите творчески, поэтому люди не устают восхищаться вашими талантами. Если вы разрезаете хлеб на два ровных кусочка, вы очень практичный человек. Вы никогда не ставите перед собой невыполнимые задачи, потому что привыкли всегда доводить дела до конца. Если вы нарезаете хлеб так, вы сама доброта, которая стремится помогать окружающим. Вы очень справедливы, поэтому всегда боретесь против неравенства. Если вам подходит номер 4, то вы по натуре скептик. Вас интересует вопрос, зачем хлеб вообще нужно мелко нарезать, если можно оставить большой кусок. Вы не прикладываете усилия, когда не предвидится особого результата. Если вы выбрали номер 5, то вы уж точно никогда не упустите свой шанс. Вы отличный планировщик, который прекрасно умеет справляться с любыми проблемами, потому что заранее продумываете каждый шаг. Если вы выбрали номер 6, то вы очень эмоциональны. Порой вы бываете раздражительны, но это вполне объяснимо, ведь вы именно тот человек, который живет чувствами, ощущениями и эмоциями. Вы все воспринимаете близко к сердцу. Номер 7 говорит о том, что вы человек наивный. Вам сложно противостоять искушениям. Порой вы вступаете в споры, потому что вам очень хочется доказать свою правоту. Но все люди разные, поэтому и возникают разногласия. Напишите в комментариях, каким способом вы нарезаете хлеб. И совпало ли данное описание с вашим типом характера. А на этом все. Ставьте лайк, если понравилось видео. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.